Зачем зенитку? Не надо, Кирилл, здесь другая тактика. Ты чего, они сейчас притаранят эту тройку, и все, и ты ничего не сделаешь своей зенитке. Давайте думать объективнее. О чем? Объективнее. Смотрю, ну у меня этот биошок устанавливается, я пока смотрю трансляцию. Да, командир! Трансляция, транскрипция, транс что-то там еще. Да, командир! Просто транс. Да, командир! Можно послушать, можно посмотреть. Можно потрогать, да? Нет, лучше не трогать такие вещи. Уже фу, фу, бля, транс, жесть какая-то. Так, ловите, горите! Да он эмоционально сейчас будет. Он будет либо кричать, либо ругаться. Хорошо, гранатер. Сейчас я обратно включу. Я с груди получу. Мой грузище. Вроде слышишь, он пошел сюда. Этот чел с тройкой. Он сейчас нас всех будет шлепать. Так что я уведу своих ребят подальше. Ждите 57. У кого 57 она есть? Ты Кирилла давно не слышал, Кирилл. Не видел. Ты где? О, вот и 57.
Кто на Б4 будет копить? Кирилл, ты будешь копить? Кирилл. Центр захватывается. Еще тут. Держите меня. Прикройте меня тут. Меня слышишь? Сейчас пошли. Ты уже поздно. Осталось 500 очков до ИСа. Я подожду. Два. Слушаю, просто. Нас тут рвут по полной, Макс. Да, командир. Зачем, Кирилл? Вот зачем ты на него так поехал? Ну не добей его до конца. Добейте его, пока он стоит. Слушаю, командир. Тут какая-то движуха у него сейчас. Еще 350 очков, и у меня будет изба. Окей? Слушай, командир. Нужна помощь! Слушаю, командир. Выполняю. Да, командир. Kleiner weniger! Wir haben es geschafft! Nehmt sie unter Feuer!
Они на Кинг будут копить вообще. Вот тут вот дырка. Чё с центром? Чё так отстали? Из два ждем, осталось 75 очков. Любой танк надо перекрывать. Давайте не пойду. Будет исполнено! Вызываю ИС. Да и побыстрее. Это говно надо. Пригласите воды меня здесь. А! Слышь, это, Кирюха, помоги! Помоги, где мой? Чё ж ты так косишь? Будет исполнено. Отлично, Кирюха. Так сюда. О. Давайте точку захватывать, как там? Сын. Я сейчас захвачу. Пришли к сейшн. Слышь, тут снайперы нифига в эти снайперы.